Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Я от своих идеалов, от своих идей, от всего прочего, то теперь Arizona Mobile, Arizona RP и все остальное, они все это предусмотрели. Там, видимо, создается какой-то лог обо всех вот этих вот ваших ошибках, и они отправляются на сервер. Сейчас, то есть, вам не нужно писать какому-то человеку непонятному с Ютуба, там, знаешь ли, установить обновление, зайти в игру, и если у тебя что-то вылетает, то ошибка отправится на сервер, и ты должен просто ждать. Сам Mobile-то, Arizona Mobile, все про обновите. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Это еще один выпуск моего дайджеста по Arizona Mobile, который сейчас уже называется, как вы понимаете, Sump Mobile. Спрос есть, поэтому есть и предложение на все это, а предложение, к сожалению, только от меня. Вот эти вот, знаете, все продажные, похотливые, конъюнктурные, приспособленческие самп-ютуберы, они сняли 1-2 ролика про Arizona Mobile. Я же снял штук 15, может быть 16. Это может быть уже там, я не знаю, 17-18 видеоролик, как вы понимаете. Я от своих идеалов, от своих идей, от всего прочего. Я задеваю стойку микрофона иногда, если вам что-то слышно, то это просто потому, что я махаю руками и говорю, мол, вот я и еще раз я. При этом вот я бью себя по груди, говорю, я. Потому что вот эти вот все люди, они зафармили просмотров, им все. Им дальнейшая судьба всего этого, она неинтересна. Они не помогают людям, они не делают всего прочего. Я, разумеется, тоже не помогаю, потому что я не знаю, какие у вас там проблемы могут быть. Но сегодня, понимаете ли, в чем дело, Arizona RP, Arizona Mobile, Arizona Games и вообще Sump Mobile, они придумали, как все это можно пофиксить, исправить для того, чтобы все люди в мире могли жить в согласии и понимать вообще, что сломалось у Arizona Mobile, Sump Mobile или может быть там даже у вашего телефона или вроде того. Давайте перейдем к самой новости. Arizona Mobile теперь будет автоматически собирать данные о всех ошибках. Точка. И тут у нас есть мастерская Sump Mobile. Такой, знаете ли, паблик, такое сообщество ВКонтакте по интересам. Давайте посмотрим, что написало оно, он, они. Сбор ошибок в автоматическом режиме. Sump Mobile Update 72. Если у вас есть устройство, на которых игра ранее не запускалась, установите обновление и запустите. Отчет об ошибке отправится на сервер в автоматическом режиме для ее дальнейшего решения. И замечательно. Все, то есть теперь, если у вас не запускается Arizona Mobile, Sump Mobile или вот подобное ответвление всего этого, если вы не можете поиграть на Arizona RP со своего мобильного устройства или даже зайти куда-нибудь там на какой-нибудь другой проект, допустим Diamond RP или Evolver RP или вроде того, то теперь Arizona Mobile, Arizona RP и все остальное, они все это предусмотрели. Теперь, когда игра вылетает, там, видимо, создается какой-то лог обо всех вот этих вот ваших ошибках, и они отправляются на сервер. Разумеется, для этого, наверное, нужно будет дать в настройках своего мобильного Android-телефона специальное разрешение на все это. Однако, не слушайте меня. Некоторые слушают меня и думают, что вот мое мнение по определенному поводу — это истина в последней инстанции. Но это часто не так. Вернее, даже зачастую это не так. Вы должны ставить все мои слова под вопрос, проверять, перепроверять, и в случае, если я ошибся, поправить меня в комментариях, и комментарий ваш должен быть не менее 4 слов, и в нем должны содержаться, как вы понимаете, знаки препинания, чтобы, там, знаете, казнить нельзя, помиловать, и ты не думал, типа, казнить нельзя, или все-таки помиловать. И вот именно для этого все это как бы и нужно, и также для продвижения данного видеоролика, поэтому давайте за всем этим проследим. Сейчас, то есть, вам не нужно писать какому-то человеку непонятному с Ютуба, там, с интернета, с GTA сам,
самповского интернета, с GTA самповского ютуба, со всего прочего. То есть ошибка сразу понятна. Ошибка сразу обозначается, и вот это вот типа «я зашел, а там черный экран», типа, или «я зашел, у меня все уже прогрузилось, у меня все стало нормальным, но по итогу ничего не получилось». То есть что со всем этим делать? Таких ошибок больше, пожалуйста, не задавайте. И в случае, если сейчас мне кто-то напишет, там, знаете, во ВКонтакте или еще в какую-нибудь, там, не знаю, социальную сеть, в Твиттер, в Фейсбук, в Инстаграм, кстати, подписывайтесь на Инстаграм, в Телеграм, кстати, подписывайтесь на Телеграм, я сразу же отправлю его на этот видеоролик с вот темой того, что «чел, так ты чё, это же все уже давно исправили». И типа, ну ты чё, вообще дурак, что ли? Все уже давно исправлено. И в случае, если у тебя есть какая-то ошибка, ты должен, знаешь ли, установить обновление, зайти в игру, и если у тебя что-то вылетает, то ошибка отправится на сервер, и ты должен просто ждать. Просто ждать, пока ее поправят. Либо же, еще и в саму мастерскую вот этого всего Samp Mobile ты можешь написать с тем, что вот у меня такая ошибка, она вообще решается, а будет ли она решаться, а у вас серваки там случайно не легли, потому что что-то я уже, знаете, год назад заходил, и до сих пор вы, так знаете, ничего не исправили. А вам и скажут: «человек, так вы обновите Samp Mobile-то, Arizona Mobile, все обновите, зайдите туда, и тогда мы уже все посмотрим, там так у вас или не так, или вот что с вами вообще делать, или с нами вообще делать, что в самом деле, и все». И чтобы вы просто вопросов таких больше не задавали, потому что я захожу в личку ВКонтакте, с телефона, с компьютера, это уже не важно, и у меня сообщений, наверное, я там, не знаю, около 300 на тему того, что: «слушай, а вот у меня такая проблема, и она, вот такая проблема у меня, вот, ну, или вот такая проблема у меня есть, или вот такие вот у меня еще проблемы есть». Я, наверное, знаете, на монтаже что-то подставлю, чтобы вы поняли, какие проблемы есть, потому что, ну, я даже особо вот не знаю, что мне сделать-то со всем этим, потому что я сижу, я думаю, типа, чуваки, откуда я все это могу знать? Чуваки, которые разрабатывают Arizona Mobile, наверное, даже они не могут знать, в чем там проблема. Вы пишите мне: «для чего? Зачем? Кто вас об этом просил? Откуда вы вообще подумали, что я могу все это исправить?» Не особо понятно, ребят. Поэтому вот, мне не пишите, там, знаете, обновляйте Arizona Mobile, сам Mobile, все прочие лаунчеры обновляйте, и, соответственно, вот, заходите, играйте, ждите, пока исправят вашу персональную проблему, и я надеюсь, что все ваши проблемы рано или поздно поправят. В комментариях под данным видеороликом вы можете отписаться, типа, поправили ли вашу проблему, запускается ли у вас все это, или вроде того, или там в Телеграм можете отписаться, в моем как бы сообществе в Телеграме, там я обо всем этом, разумеется, рассказывал, и вы сами должны, ну, все это как бы понимать, наверное, или не понимать, или вот вы понимаете сегодня, а завтра вы уже все это не понимаете. Однако ладно, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все последующие вещи, они находятся в описании под данным видеороликом, и там все, разумеется, есть. Также в описании есть ссылочка на мой Телеграм-канал, и там вы тоже можете все это узнать, понять. Подписывайтесь, до свидания, пока.